видископ. Критерии успешности важно определить. То есть критерии, да, критерии успешности, они, это не только вот призовые места, это в том числе охват, значит, занимающихся в этом виде спорта, охват телевизионной аудитории в этом виде спорта, ну, представленность, да, то есть интерес со стороны публики, со стороны общества к этому виду спорта. То есть его авторитет уже и значение в обществе. Поэтому именно вопрос выработки критериев, он еще не снят. Но понятно, что они должны быть прозрачными и измеримыми. То есть не должно быть таких критериев рейтингования, которые бы не были понятны, не были измеримы, чтобы там не присутствовал субъективный фактор. И вопрос, чтобы за счет этих критериев мы могли, например, соотносить, например, игровой вид спорта с неигровым видом спорта. То есть там, где, например, количество медалей, ну, известно, что победит там, тот, который неигровой. Не всегда медали — это тоже решающий фактор. Иногда факт представительства на соревнованиях очень высокого уровня — это тоже уже является как бы тем результатом и достижением, которое искомое. Поэтому тут как бы много факторов. Важно сказать, что должен возникнуть принцип при распределении финансовых ресурсов рейтингования. А в свою очередь этот принцип, он должен быть справедливым. И критерии рейтингования должны учитывать все факторы так, чтобы ни один вид спорта не был обделен. Витископ. Спортивное видео.